Друзья мои, всех приветствую. Сегодня на канале тест вот такой вот финочки. Это финка из стали Vanadis 8. В шортс-видео на ютубе показал я ее с другой рукоятью, но, в общем, потом в полноценном видео, когда буду обзор на нее снимать, я расскажу, почему получилось, почему пришлось рукоять поменять на этом ноже. В общем, сразу забегая вперед, скажу, что этот нож будет в наличии. Кому понравился, можете написать мне в WhatsApp, контакты будут в описании. Сейчас я хочу посмотреть по этому ножу именно как режет сталь, потому что сталь для меня новая, первый раз я с ней работаю. По геометрии она похожа на прошлую финку, чуть-чуть больше размером, она там на 1,5 сантиметра, клинок у нее подлиннее. Так, ну все, друзья, приступаем. Берем курицу. Заточил я его, как обычно, я все затачиваю. Ну, так себе, в общем, заточил. Так, мы уже не снимали. По стали, почему мне интересно? Потому что по обработке этой стали, вот по слесарке и по всему остальному, она отличается от других сталей. А, заточку я забыл проверить, но поверьте, я его только заточил, в общем, бумагу он режет. Это, как обычно, дань нашему охраннику. Блин, ну, конечно, режет. Ну, пресс агрессивный, скажу так. Не знаю, можно, конечно, здесь проэкспериментировать с разными финишами. Можно, может, без пасты как-то или еще там. Да, просто кости пролетают вообще прям незаметно. Да, и геометрия, конечно, такая, ну, блин, наверное, универсальная, что ли. То есть, есть тонкий, острый, очень острый кончик. То есть, кому там, например, такое, да, что-нибудь там, кончиком раз спокойно. Косточка. Ладно, на. Так, ну тут я в речь попал. Да. То есть даже не приходится вот так давить рукой. Просто пролетает. Блин, так как сведение тонкое, вот этих вот штук я делать не буду на этом ноже. Тем более, что он в наличии, вдруг кому-то, если понравится,
Не хочу, короче, чтобы вдруг там какие-то сколы или еще что-то. Ну, я посмотрю. Сейчас проверим на бумажке после того, как я это все сделаю. А потом я еще посмотрю при большом увеличении, что там с режущей кромкой произошло. Так, все. Никуда не отхожу. Здесь у меня есть. Так, сейчас я посмотрю. Ну, никакого скола, никакого замина я, по крайней мере, тактильно не ощущаю. Так, это я вот за эту штуку зацепил. Спокойно. Не, вообще ничего. Вообще. Да. Пока меня эта сталь очень радует, вежливо говоря. Очень. Из этой стали мне еще заказали один большой полноразмерный нож. Такой формы еще не было у меня. Вот, я его нарисовал. Осталось только отслесарить его и собрать. Вот. Все, друзья мои, еще раз говорю, этот нож в наличии. Ножны для него я уже придумал, какие я буду делать. Вот. Осталось только сшить, и тиснение тоже будет на нем. Новое, необычное, такое я еще не делал. Все, друзья мои, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я иногда выкладываю такие лайв-фото, которых, естественно, нет в Ютубе. Вот. Всем пока.